Всем привет! Я в магазине Fix Price. Давайте смотреть новинки. Смотрите, как здорово. Значит, у нас здесь горшочек с землей, типа с землей, леечка, всякие ножнички, совочки, опрыскиватель, сами цветочки с листьями. И вот так вот сажать. Потом поливать. Видите, как можно приучать уже с детства работать. Отлично. И вот даже инструкция показывает, как это делается. Цену не вижу. А цену я не вижу. Сейчас посмотрю. Все, оказывается, я нашла 99 рублей. Так, смотрю. Наборы все одинаковые. Тряпочка для автомобиля, для более быстрой и качественной уборки. Ну, такая толстенькая и на ощупь прям хлопчатобумажная. Но на самом деле нет, 80 полиэстер, 20 полиамид. Обманчиво. В отделе канцтоваров у нас появились краски «Малыш», «Акварель», «Медовая полусухая», 8 и плюс 2 в подарок. Видимо, или 8 плюс 2 цвета. Что они хотели этим сказать? И заодно такие покажу. Вот эти вот я покупала. Отличные краски, яркие. И очень много цветов. И эти неплохие. Набор цветных карандашей с точилкой. Премиум качества. 199 рублей. 36 штук. Точилка в комплекте. Сейчас посмотрим, они все одинаковые. Нет, не все. Есть еще такая картинка. И все, у нас две картинки здесь таких. И такой набор вы видели. Этот набор фломастеров. Здесь, набор 12 фломастеров и 12 карандашей. И одна точилка. Все, понасытились этими пайетками, вообще уже стоят, и качество неплохое, но уже наелись все. Может быть, уже к следующему учебному году, может быть, опять начнут брать. А так они завалили этим все всякими ежедневниками, блокнотами. Молодцы. Давайте немножко пройдусь по книгам. Даже какие с часами. И по таким взрослым книгам. Пазлы. 260 элементов. Холодное сердце, принцессы различные, коврик, такой классный. До этого были вот такие большие, так, слетело. А сейчас вот такой, такой весь, здесь вот края не обработаны, а здесь обработаны края, различные цвета. Вот так он выглядит с обратной стороны. Или с оборотной. Зелененькие есть. Какие еще? И все, коричневые и зеленые. 38,5 на 58,5. 99 рублей стоимость. Неплохой вот предверный. Очень, мне кажется, хорошо будет счищать грязь. Он прям такие жесткие-жесткие. Умеренно жесткие. Такие коврики. На липучках. Это уже в ванну. 34 на 59 сантиметров. Зелененькие. Состав ПВХ. И такие
Я даже не могу понять. Смотрите, какие. Я не могу понять, они из чего. Как будто пена, не пена. Видите, какие они. Сейчас посмотрим. Так, тоже 99 рублей. ПВХ состав. А так, расцветки. Здесь серые. Там уже цветочки пошли. Ну, такие неплохие. Хорошенькие. Смотрите, какие рамки. 21 на 30 для фотографий, постеров и рисунков. Сделано в России. Неплохие. 99 рублей. И такие более простые, лаконичные. 21 на 30. 99 рублей тоже. Можно поставить и повесить. Состав стекло, бумага. Тоже 21 на 30. Новый аккумулятор холода. 55 рублей. Ой, какие они красивые, разные. В сумочку кладется. И охлаждается. Прям, смотрите, там какая-то желейка. Прям видно, надо же. Давайте посмотрим, какие еще есть. Вот как варенье. Даже цвет варенья. И котик. Ананас. Очень большой выбор. На любой вкус. 55 рублей. Полотенце. Такие нарядненькие, мне нравятся. Как пиончики, что ли. Неплохие. Так. 77 рублей. Маленькие. Такие небольшие. Написали здесь прям, и не видно, на 60. Не могу посмотреть. Уже несколько посмотрела. И вот так вот ценником все замазано. Может быть, вы что-то увидите. Сейчас еще одну попробую посмотреть. Нет, на всех, прямо именно на этом месте ценник. Ну ладно, небольшой, на 60 какой-то. Это немножечко другая уже расцветочка. Такие мягкие, приятные. 77 рублей. А это опять полотенце махровое круиз. Господи, какое оно красивое. Такое нежное. На ощупь как будто бы не очень качество, а на вид красивое. Сейчас посмотрю, из чего состоит. Вот как обманчиво. 100% хлопок. 50 на 100 на метр. Симпатичная, прям вообще очень нежная. Сами посмотрите, какой красивый. И там еще какие-то расцветки есть. Сейчас я все вам покажу. Очень интересно обработаны края. Видите как? Я вот на полотенцах такого еще не видела. Яркий оранжевый. Еще какие там есть. И вот такие голубые. Эти были вот как бы бирюзовые, а это голубые. И с оранжевой каймой. А эти бирюзовые с какой-то лиловой каймой. А эти с такой серой каймой. Очень красивые полотенца. Мне нравится. Хоть у меня дома полотенец завались, но очень красивые. Давайте пройдемся немножко по бытовой химии. Значит, кондиционеры. Вернель за 99. Ленор. Различные такие кондиционеры за 55. Гели для стирки. Для цветных. 1 литр. 55 рублей. И универсальный. Тоже 55. 1,2 литра.
пемос, персил в маленькой упаковке, лоск и такой. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.